О, крутые парни. Это самое, его толпой не едут, поэтому тут никуда не заблудитесь. Игорь, слышь, я просто рассказываю. Кто очень внимательно, даже записываю, если что-то забуду, чтобы вот, я мог вспомнить. То есть он в какой-то момент пересечет широкую дорогу, вот такую же, и тут же найдет его продолжение. Я все понял, говорит, иди туда, куда не знаю куда, прилетишь до конца, вот там и подождешь остальных. Да, то есть там... Ехать, кого не найдешь, потому что, ну, да, ехать, будешь потом себя. Говорит, если дорога кончилась, значит ты потерялся. Нет, там некуда теряться. Или пустые, или стенка, значит ты не там... Прямо. Прямо? А я думал, туда. А поэтому ты так побледнел. И что, куда дальше? Прямо, прямо, Илюха, не останавливайся. Давай, давай, я за вами. До свидания, Игорь, до свидания. Давай, давай, Илюша, держи дыхание. Значит, когда Марик говорит живописный небольшой, это типа... Потом, это надо, так, потом надо посчитывать потери после подъема. Подъем это ответственная стенка. Живописный это 95 градусов. Сколько мы едем? Меньше 2 часов едем. Видишь, есть другая точка зрения. Еще можно чай пить и пить. Да, можно воды до хуя пока. Я бы больше не... Нет, доедем до места. Там хорошее место. Там хорошее место. У меня 4 стакана. Ох, да, Бог. Первый это я не жалко. Скажи, у меня есть карта вот района Зальцбурга. Ну? Смотри, ну, вот ну. Я был последний раз в Берг-Оберланд, там вот такая долинка. Ну. В эту долину с 9 мест сходят треки, которые поднимаются на горы, там по горам крутятся. Что, можно замутить маршруты? Каждый день можно новый маршрут мутить. Пешеходный? Можешь пешком идти, а можешь на лифте подниматься и спускаться только. Чтобы я посмотрел, как это выглядит. Ты в Швейцарию едешь или нет? Я в Швейцарии есть, 25-километровки, лучше, чем в Израиле. А так видите, дело в том, что Альпийский союз издает... Да правильно, Кальтенброн, что-то так называется, да-да-да. Больше пока что Марик соки ты с нас выезжал, а не с этого зала, а не с фруктового сада. Так что мы будем смотреть, что будет, ну, дальше. Резинки приготовили, блядь. А что, бабы будут? Нет. А что? Ну, цуйки, знаете, что такое? Цуйки, да? Цуйки на фуйки. Это у вас какие-то разговоры пошли, мы озабоченные. Вы, братцы, не правы. А вот до этого кто узнал? Я думал, да. Это типа помыл? Да, а что? А что рубить? Вкусно. Ты покажи людям, что здесь растет. Не поймали, да? Там, по-моему, где-то еще персиковые сады есть. Помнишь, да. Там на подъеме? А там еще хурма была где-то, ты не помнишь, Леня? Я не понял, у нас сегодня продуктовый поход. Мы я куда так... едем-то? Куда? Куда? Вот туда. Да. Куда? Туда. Туалетную бумагу у меня есть, ползу. Надо оставить место.
строителей. Я затишенный вам точно. Вкусно. Фактический обед. Шесть огурья. Кому черную сливу дать? Такое бывает? Да. Какие сливы? Ух ты. Хочешь? Да. Где, есть еще у кого? Есть черные сливы. Одну. А, какие сливы, Игорь, снимай. Да я вот, кто не видел, вот. Сейчас сливы растет. Как тут добираться до них? Плодово-ягодный пробег сегодня у нас. Смотри, какой шрут. По-моему, мы уже сегодня обедать не будем. По кустам все будем сидеть. Я буду продавать туалетную бумагу. Привал. Там хохлов много в Америке. Да видел, у тебя там сектор. Да, там очень много одинаковых. Там небольшие разницы, блядь. А понимаете, так проще цены оценивать, понимаете? Господа, есть чай, господа. Вытащи мне бутылку. Уже, да. Я прилетел в тот аэропорт. Короче, я на 170 евро на такси я накатал. Невозможно жрать сырые персики. Желающих нет. Маш, ты на спайке мне направо ехали. Нет, мы сейчас будем направо. Вот так, мы направо ехали. Вперед. Игорь, ты последний еще есть? Никого. Да. Спандер дай называется, все дай. Идем, идем, Марик, я угощаю, пошли. Всех, меня тоже? Всех, всех. А, нет, все, есть, вот два благодать тут. Курочки, петушки, собачки, лошадки, все как положено. Дима не спит. Замерзнет. Без комментариев. Через неделю можешь мюзгар поспать? Ты весь мюзгар, что ты сделал? Ну вообще, сама идея. Подожди, Анечка, кожаная должна быть, нет? Конечно. А дерево именно, да? Ну, это во времена освоения там Америки, знаешь, там это все. Я уверен, тогда пластмассу не лили? Я уверен, что крутые седла и сегодня деревянные, да, обтянутые кожей. По прерии скакать днями на деревянном седле. Блять, это можно шуметь. Ну, а ты на этом твердом велосипедном седле по полдня скачешь, и ничего, блядь. На ногах стоишь, да? На ногах стоишь время. А тут только пришпорил, она пошла. Да, уже с этим Антоном... Вы, по-моему, одного цвета, братцы. Посмотри, смотри, Игорь, Игорь, Игорь. Не шугай лошадь только. Посмотри, а? Во. Дети вообще знают, что... Ты хочешь конфеты, что-нибудь такое? Не-не, Лёха. Все довольны, Игорь, а? Да. Все поездили. Thank you.
Переднее стекло сменили. Что? Передняя. Да-да-да. Это будет крутое кино.